Я пранкер. Ланкас. Я ожидал лучшего, прощайте. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, и мы снова играем Sims 4 за Симпсонов. С момента предыдущей серии в игре прошло очень много времени, что успела наступить зима, вы посмотрите. А ты чё отвернулся, стоит здесь? Что? Видимо, до хрена времени прошло с предыдущей серии. Ты что, запустил себя так? Не трусики, а пропуск в метро. Ё-моё, бабушка, ты почему не умерла еще? Гомерлин стоит, видимо, стесняется своих усов. Смотри, он болтает с ней со спины. Или она сама собой здесь? В смысле из-за чувства? Ты чё кокетливый? Думаешь, усы отрастил и все сразу, да? Мужик-герой? Нет уж, Гомер, нет уж. Хватит стоять в шлепанцах на снегу, замерзнешь же. Иди в дом. И, кстати, ребят, если вы хотите такой же мод себе установить, как-никак наступила зима, у нас уже во многих городах выпал снег, и так, знаете, добавить атмосферу зимы в Sims 4, то в предыдущем ролике я уже на канале вам показывал этот мод, можете посмотреть и установить себе, и наслаждаться. А ты че стоишь, делать не знает чё. Я еще добавил одну семейку интересную в эту игру, тоже был в видео, и сейчас мы пойдем к ним в гости. Ну-ка, Гомер. Хватит сам собой болтать, молчать. Собирай всю семью и поехали. Давай, бегом в гараж, садись в свою машину. Что, настолько скучная машина, что даже уснул? Печень заболела, смотрите. Она приносит неудачу. Черт, придется пешком идти. Вот они, объединение семьи 3000. Это событие очень важное для нашей жизни. Так, Сгомер, ты куда? Остановись, подожди. Лавочку он хотел лениво дремать. Ты чё? В гости называется, ты где лавочку нашел вообще? А, вон, он туда сесть хочет, что ли? Ладно, это его проблема, пусть там в одиночестве сидит. Марш, вон, отличие от него, общается с новыми людьми. И я потом ушла, потом пришла. У меня ребенок вообще-то. Я его бью, ломаю, кусаю. И он готов. А вы что расскажете? Слушай, у меня вообще-то тоже ребенок есть. Один из них инопланетянин. Кстати, ребят, как вам зима? Мне вот нравится, обожаю снег. Я в снегу столько раз умирала. Ты не представляешь. Ну не умирала, просто бухая валялась. Да, да? Гомер спит вообще. Чё? Писюлик отморозишь. Куда на лавочку сел? Он выни вся. Давай просыпайся. Старик. О, жрать хочет. Пойдем в гости. О, нет, смотрите, в дом не стоит идти. У нас Стэн... Чё он такой маленький? Хреново долбанная Sims 4. Почему всех людей нормализует? Помните ту историю с Питером Гриффином, когда он худым оказался? И этот Стэн тоже, он должен быть накачанный, а он обычным стал. Жреть у нас почему-то только Гомер и Марш. С каждой серии все толще и толще, а эти все там тончают. Двери у меня! Странная кухня, где холодильник? Стоп, да, реально, где холодильник? Вы что жрете вообще? У нее даже лестницы на второй этаж нету, я ее не достроил. А, боже мой. Марш, ты че ему ноги целуешь? Эй. Что с вами происходит? Кстати, как там поживает наша рыбка Клаус? Ей там комфортно, смотрите, у нее свой замок есть. И холодильник, небось, там тоже в этом замке есть, в отличие от этих семейных. Ты чего вы все такие качки-то? Слушай, как у вас там со Стэном с это, ну, с сексиком? Эпопек вот это всякое? Никак. Он уже... Ну, года два как ничего не делает. Бесит меня. Ты чё отвернулась? Я вообще-то рассказываю тебе историю здесь. Ладно, пошла ты. Да чё ты несешь? С кем ты вообще болтаешь? Ты вообще... Смотри, он сам с собой тут орёт, смотри. Какая-то жесть просто в этом доме происходит. Так, у Марш вроде как нормально всё в жизни. У Гомера тоже. Умирать вроде пока никто не хочет. Почему в этой игре нельзя заказать пиццу? Или можно? Стой. Притвориться больным, остаться дома, уйти на пенсию. Нифига. Взять отпуск. Кстати, помните, мы в одной из серий хотели сделать пикник с вами. Такой прикольный, с гриффинами. Но у нас в итоге ничего не получилось. И не было костра, гитары, все, короче, говно было. Я посчитал про это, и оказывается, нужно сначала взять отпуск. И во время отпуска нужно поехать в Гранит Фоллс и там создавать пикник. Нужно арендовать дом. Там, короче, такая жесткая эта фигня. Нужно как-нибудь разобраться. Мне прям вот хочется... Так. Гомер, видимо, с этим уже разобрался. Он в такой позе может, в принципе, и от голода умереть. Вы посмотрите. Жрать хочет. Роджер. Так, стоп. Барт. Подойди к нему. Смешно представиться. И давайте вы с ним уйдете вот сюда. Болтать здесь. Потому что у Роджера такой противный голос, я прям не могу. А ты, Гомер, спать куда-нибудь иди.
А, некуда идти. Тут же нет кровати у них, потому что лестница заблокирована. Лениво дремать вон давай. Сядешь на стульчике вечерком, зимой, замерзнешь, умрешь. Все отлично. Давайте, наверное, потихоньку уходить из гостей. Я как-нибудь для следующей серии подготовлю этот дом, поставлю лестницу, холодильник, и мы как следует придем в гости. А сейчас, видимо, зима. Не знаю, с чем это связано, но нам нужно уходить. А вообще, этот зимний мод просто, ну, шикарно. Вы посмотрите. Я ни одной игрой практически так не любовался. Ой. Кстати, Гомер, может быть, ты порыбачишь? Как-никак, рыбак отправится на рыбалку. Возможно, даже у нас велики шансы уснуть и упасть в море. Ну, в море. О, какой, значит, человек я преувеличиваю? Тут речка, такой ручеек протекает. Зимой-то холодно в реке. Задохнется пацан. Ну, не то что пацан. Дедуля. Правда, ребят, знаете, о чем я больше всего волнуюсь? Мы же как бы ушли домой к себе, да? Хорошо, все, сейчас покакаем, поспим, покушаем. А семья Смитов-то, они там остались без всего, и тоже все там сейчас подохнут от безделия и без еды. Я тут решил, и вот сейчас пригласить на свидание... Стоп, какое свидание? Пригласить на свидание... Да какой... Да чё я туплю? На свой участок. Стоп, Гомер, он сходил в гости к Стэну Смиту и... Ни с кем не пообщался, просто поспал на стуле и посмотрел телек. Да ладно, не будем никого приглашать. Тут у нас вон грязь, мухи летают, вонь. Люди будут это, недоумение от нашего дома. Давайте лучше просто проведем эту ночь в тихой, уютной постельке. Кстати, когда на работу? Завтра на работу. Или нет, сегодня и завтра на работу. А потом два выходных. Вот два выходных-то мы проведем, ох, как хорошо. Купаться пошел мужик. Стоп! Ты там не захлебнешься? Пошел он ведь ли с картошкой в кармане купаться. Один только его Барт не спит. Что же за железный человек такой? По ночам, помните, в предыдущих сериях ходил там с комнаты в комнату. Сейчас вот не спит. Вообще, стальной мужчина растет. Сейчас как нахавается общанки. Чипсы? Да ты нет, я ошибся. Ты умрешь в 22, если будешь каждый день их на завтрак есть. Я почему-то, ребята, привык снимать шоу «Секс или смерть». И как бы мы там не управляем никем. И следим все время, и здесь я что-то забываю про то, что можно бегать, ходить, что хочешь делать. И как получается, я опять слежу за всем просто. Ой, смотри, бегают. Люди на пробежке на зимней. О, Гомер проснулся. Конечно, в ванной нифига не выспался, ходит уставший, голодный. Стоп, сегодня выходной? А, это у детей мы смотрели, я тупой. У нас сегодня выходной у Гомера. Ну что, пришло время развлекаться. Пойдемте во двор. Старушка, ты куда делась? А, черт, она пропала. Мне кто-то из людей говорил в комментариях, что нельзя ходить на работу, уходить из дома, она пропадет и исчезнет. Видимо, да, так и есть. Ну ладно, еще найдем способ ее убить. Сейчас с такими усами у тебя все на усах останется. Надо их побрить. Так, он хочет спать, и это большая проблема, потому что я хотел идти развлекаться, но не получится. Вон, иди в отдельную комнату, чтобы тебе никто не мешал. Вон, кстати, Аленка. Ну-ка, Мардж, подойди к ней и... испугать ее. В смысле? Какого хрена? Это что такое? Петух, ты что тут делаешь? Какой-то... ты вообще кто это? Это я не могу терять этот шанс, нам нужно с ним познакомиться. Мардж, никаких Антонин и каких там не знаю кого, иди вот. Смешно представиться, тебе нужен этот персонаж. Да смотри, Гомер увел у меня собеседника. Это вообще не мой Гомер даже, какого хрена? Я пранкер. А, я ожидал лучшего, прощайте. Так, стоп, Гомер, ты, какого хрена? Пропущенный ответ, еще один тест, Лиза... как признать ошибку? Лиза, ты добросовестная, признавая ошибку. Я не знаю, что она там творила, но... Стой, какого... Чё за мистический олень пришел, петушаный какой-то? Как с ним пообщаться? Он избегает разговоров вообще. Ну и пошел отсюда. Пока этот жердяй спит, я куплю себе мусорный бак, а то эти грязные кучи... Чё-то у нас вообще некуда мусор выкидывать. Сейчас папаша придет, он там куча говна валяется. Пусть вот здесь стоит, в снегу. Вместо снеговика у нас будет. О нет, Мардж, это же снеговик. Ты что творишь-то? И стоит томно смотрит, будто ничего не произошло. А все босиком ходят, и вообще насрать, смотри, в шлепанцах шагает. В следующей серии, видимо, ни одного жителя не останется, все умрут от... с этой... с простуды. Зафис? Алло? Ха. Ну что, можешь прийти. Дяк, пришел наш друг в белом халате.
Смотрите, давайте перейдем вот сюда, вот будем здесь болтать. Его практически не видно на фоне снега, он сливается. Я снег. Обожаю. Чувак, говори что-нибудь нормальное. Ты же в гости пришел как-никак. Я вот вчера мыла полы. Вот ты не должна с такими-то руками. Меня попросил, я бы щелкнул пальцем. Губ, нет мусора больше, понимаешь? Ну, бывает. Сноуборды любишь? Сноуборды? Зимой? Какого хрена? Ой, Марш. Что смеешься-то? От тебя ушел человек. Где он вообще? За комп сел? В Тетрис играет. Иисус называется. Ну-ка, Марш, давайте узнаем. Узнаем его лучше. Ты такой классный. Это все усы мои. Какого хрена? Иисус всплакнул, Марш разбил ему сердце, смутно смущенное. Какие у них отношения теперь стали? Негатив! Все! Иисус больше ненавидит Марш. О, больше не... Теперь ненавидит Марш. Мо-мо-мо-мо-мо. Ра-ра-ра-ра. Мяу-мяу-мяу. Да, ладно. Можешь не унижаться передо мной. Куда они пошли? Смотрите-ка. Смотрите-ка. Встали, побежали. Ну, окей. Он что, домой уже убежал, что ли? Как быстро. Стой, я слышу его голос. Эй! Вы слышите? Да какого хрена, Иисус? Чё ты в моем шкафу делал? Вот что-что, от тебя такого не ожидал. Вот и правильно, иди вниз. Ведь ли вот все на небесах, да небесах. Спустись уже. У всех какие-то проблемы с сном, там с чем-то еще. Давайте на этом серию будем потихоньку закруглять. Я после записи немножко подредактирую дом Александра Папа. Александра. Ты какого Александра? Американского папаши. Делаю там лестницу, холодильник. Наших героев немножко подвысыплю. А то смотрите, она умрет сейчас просто. И в следующей серии уже мы полные сил побежим вперед приключениям снежным. Смотри, не зря же снег выпал, не зря же. Это ведет к чему-то очень интересному, очень грандиозному. Поэтому не забудьте обязательно поставить лайк по этим видео. Ждите новых серий. Можете подписаться на канал, смотреть шоу «Секс или смерть», заходите в группу ВКонтакте. Там много интересного. Ну как много? Бывает что-то интересное там иногда. С вами был Стэк, с вами были Симпсоны. Всем удачи, ребят. Всем хорошей зимы, приятного снежка в лицо. И пока.